150 объектов в 22 областях. Реализация президентской программы «Большая стройка» не останавливается. Во время карантина каждую неделю список пополняют новые проекты, говорит глава Госагентства автомобильных дорог Александр Кубраков. Накануне начали строительство дороги из города Северодонецк в станицу Луганскую. Завершат ее в середине июля. Если мы говорим про весь проект с финансированием 75 мільярдів гривень, ми говоримо приблизно про 150 тисяч робочих місць, створених в нашій галузі і в безпосередньо суміжних галузях. Приблизно 150 тисяч робочих місць. Із середньою заробітною платою приблизно 16,5 тисяч гривень.